Посмотрите, какой я солидный человек просто. Так, где наш Влад Брайс Airlines? Так, мы видим, мы летим в Нью-Йорк-Сити, у нас посадка началась, гейт 4. Светлана, Светочка, здравствуй. Что пить хочешь? Кока-кола? О, дружище, в жопе не слипнется у тебя потом. Это, столик убери. Ты что, поел или не поел? Давай, убирай столик. Что-то очень сильно трясется. Блин, а можно как-то к этому пойти, к пилоту? Мне хочется теперь так с подписчиками полетать. Господа хорошие, я вас приветствую на борту нашей авиалинии, авиалайнера, или как там они называются. Сегодня я вам покажу самый дорогой полет, который можно сделать в истории Roblox. Итак, я немножко посмотрел, что нам нужно сделать. Во-первых, нам нужно с вами переодеться. Это нужно для того, чтобы мы, ну, выглядели хотя бы соответствующе. Посмотрите, какой я солидный человек. Просто в реальности бы я, конечно, так вряд ли ходил, но это прям вообще замечательно. Итак, давайте мы создадим свою авиалинию. Авиалинию, ребята. Мы можем кастомизировать свой самолет. Но я думаю, что у меня абсолютно ничего нет, чтобы прокастомизировать. Да? Ну, видимо, да. Так, и что? Нет? Не, я могу как-то кастомизировать, смотрите. Цвета могу поменять, а ну-ка давайте попробуем. Так. Непонятно, цвет чего я меняю? Ну ладно. Окей, все, все, ладно. Я хочу просто полететь, договорились. Итак, select. Летим из Нью-Йорка в Сиэтл. Или откуда мы там летим, хрен его знает. Да, в Нью-Йорк, Роблоксе, Нью-Йорк-Сити. Отлично, так, закуски, тыры-пыры, все это у нас есть, эконом-класс, ничего не понятно, короче, без этих, привет, привет, это спонсор, ребята мой, так что, если что, спонсорку как оформить, вы все знаете, возле кнопки подписаться есть кнопка спонсировать, я вас добавлю в друзья, и вы будете со мной играть. Так, что, мы с вами будем членом экипажа, то есть мы не будем пассажиром, мы будем членом экипажа, то есть мы будем... Как они называют? Стюардом. Вот, будем стюардом. Поэтому мы с вами заходим. Эта кабина у нас митинг, флайт митинг. Это, я так полагаю, здесь проводится совещание по поводу полетов каких-то, да. Вот здесь можно там чайку попить, посмотреть флайт план и все прочее. Я немножко просто шарю в этой штуке, поэтому немножко я понимаю, о чем я говорю. Итак, наша задача, смотрите, мне тут какой-то агент говорит, что когда ты будешь готов, иди на этот, на свой борт. Где наш Jetway? А у нас Jetway. Так, стартбординг на эконом. Так, это Sky Lounge. Оу, for premium users, нифига себе. Так, ладно. Интересно. Значит, мы идем с вами куда? Мы с вами идем на наш самолет, потому что на нашем самолете мы с вами сможем полететь. Так, это у нас пассажиры. Смотри, тут есть как игроки, так и обычные люди. Так, где наш Влад Брайс Airlines? Так, мы видим, мы летим в Нью-Йорк-Сити. У нас посадка началась. Гейт 4. Так, с гейт 4. Вон туда нам надо. Давайте двигаемся. Мы сейчас будем заходить в наш самолет, и вот он гейт как раз-таки там. Кстати, не помню, как называются вот эти вот штуки, по которым быстро ходишь. Я их обожаю, серьезно. По ним очень быстро. Ты вроде идешь, но вроде очень быстро идешь. Так, вот наш самолет, гейт 4. Так, это у нас Влад Брайс Airline, да. Статус бординг. Привет, привет, Светлана, Светочка, здравствуй. Итак, заходим, ребята, мы будем сейчас на своем собственном корабле. Летающем. Ну, летающем корабле, короче, на нашем самолете. Капец, тут можно провалиться, аккуратно. Итак, о, здесь люди уже сели. Добрый вечер, добрый вечер. Так, что у нас здесь? Кстати, надо было наоборот, надо было потом нанять этот. Так, мы готовы, закрываем дверь. А тут есть звуки какие-то, а ну-ка. О, есть звуки, супер, супер. Так, добрый вечер. Так, что у нас здесь? У нас тут, ух ты ж, сколько тут всего. Так, теперь ты можешь закрыть дверь и... И рассказать пассажирам. Давай сейчас мы расскажем. Пассажиры все уселись, да? Все уселись. Так, позакрывать нужно, ребят, вот эти штуки. Как они, кстати, закрываются? А, вот, вот так, сюда надо нажимать. Так, закрываем. Так, тут кто-то что-то спросить хочет, да? Что ты хочешь? Ты можешь застегнуть свой этот, пожалуйста. Так. О, он боится, походу. Подожди, не бойтесь. Так, он застегнул ремень? Да, он застегнул ремень. Все нормально. Все нормально. Хотя он откинулся, типа, вы не могли бы поставить. О, смотрите, все нормально. Так. Мы все. Мы. Слушайте, неплохой я этот. Как они называются? Стюарт. Добрый день, господа, мы приветствуем вас на наших авиалиниях. Теперь нам нужно... все пассажиры должны пройти проверку. Добрый вечер, добрый вечер. Мы сейчас...
Так, а мы всех проверили? Так, что-то вот, что-то с тобой не так. Что с тобой не так? Почему? Давайте. Так, это уже сделали. Так, это уже сделали. А, закрыть вот эту штуку. Все, я понял. Так, здесь что? Так, ты, пожалуйста, выровняй нормально свое сиденье. Так, пожалуйста, уберите все. Так, а, все нормально. Тут они могут там в телефонах сидеть, хорошо. Добрый вечер. Что у вас? Уберите, пожалуйста, вот эту вот штуку. Ой, подождите, не это. Tray table, да. Оу, оу, как громко. Flight attendants, please be seated for takeoff. Так, мы готовы, мы должны сейчас присесть. Мы должны присесть очень громко, чуть не оглох. Давайте потише сделаем. Все, мы готовы, ребята, к полету. Тейк-офф, тейк-офф, поехали. Полетели, надеюсь, что полет будет нормальный. Все, как, можно как-то... Оу, мы взлетаем. Так, все нормально. Я бы хотел в иллюминатор посмотреть, но походу мне не дадут. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendants should start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. Пилот корабля пожелал нам хорошего полета. Так, мы теперь можем serving cards. Мы теперь можем, ребята, дождаться, когда мы взлетим. Так. Мы можем выбрать еду. Теперь economy food, economy drink. Давайте economy food. Чипсы. Давайте. И economy drinks, water. Давайте. Все, прекрасно. Итак, так, мы можем выходить? Так, они уже, мы уже летим, кстати, мы уже летим. Это означает, что мы можем разносить теперь еду. Давайте выключим свет. Свет нам не нужен. Ой, какая красота. Так, о, хотите выпить? Да-да-да, конечно. Хорошо, прекрасно. Так, и теперь что нам нужно? Теперь нам нужно выбрать поесть. Хотите есть? Вот, держите, держите ваши чипсы. А что он, кстати, попить? Что он хочет пить? Давайте спросим. Что вы хотите попить? Кока-кола, пожалуйста. Нихера, это борзый. Так, а мне нужно выбрать, подожди. Экономит дринкс, кока-кола. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, это вам, проходите. Слушайте, я неплохо справляюсь. Так, у нас даже, смотрите, есть такая вот штука. Блин, мне нравится. Жаль только один ряд, было бы классно, если бы два ряда было. Так, вы что хотите выпить? Что вы хотели бы выпить? Воду. Есть вода, держите. Так, вы, мадам, что вы хотите? Что вы хотите попить? А кока-колу? Так, держите вашу кока-колу. Так, вы что хотите поесть? Что хотели? Чипсы, чипсы. Че, одна вредная еда. Хоть бы кто заказал, я не знаю, ореховый микс. Это ж полезно. Так, ладно, хорошо. Что вы хотели попить? Кофе. Давайте мы сейчас дадим по кофе. Ну, на самом деле, немного нудновато. Я думал, будет поинтереснее, но... Я так понял, что нам сперва нужно всех покормить, всех вот этих вот на... Все поделать, вот это. Так, что вы хотите есть? О, наконец-то! Печенье кто-то захотел. Так, нам еда нужна. Куки, сдержите. Так, а вы пить что хотите? Что пить хочешь? Кока-кола? О, дружище. В жопе не слипнется у тебя потом. Ага. Так, осталось два пассажира. Что вы хотите поесть? Блин, все хотят и есть, и пить. Это как-то, ну, чересчур жестко, мне кажется. Первый человек, ребята, который заказал эти. Заказал ореховый микс, наконец-то. Держите. Вы следите за фигурой, походу. Так, что вы хотите попить? Давайте. Кока-кола. Поесть, что поесть? Что поесть ты хочешь, ты? Чипсы? Хорошо, чипсы есть. Так, держи. Это тебе. This is your captain from the flight deck. We have started our initial descent and will be landing soon. Thanks for flying with us, and we hope to see you again soon. Итак, теперь нам нужно мусор собрать у всех. Пилот сказал, что он готов. Так, а куда нам? А, вот мусорка. Мусорка, вот. Так, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, забирайте, поели. Пилот сказал, что мы скоро приземлимся, поэтому все замечательно. Давайте. Так. Забираем. Давай, забираем. Тебя тоже забираем. Забираем. Во. Так. Вот это вообще какой-то напуганный. Дружище, не переживай, все хорошо. Так, пожалуйста, пристегните ремни, у нас скоро посадка будет. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Так, все, теперь мы должны, ребята, подготовить кабину к прилету. Итак, господа, пожалуйста, сядьте нормально. Так, вы пристегнулись? Пристегнулись, молодец, умничка. Так, пожалуйста, откидной столик уберите. Спасибо, пристегнулись, хорошо.
Так, у вас тут все нормально. Так, будьте добры, пожалуйста, пристегните ремни ваши. Угу. Ремень пристегни, молодец. Хорошо, так, ты садись, сядь ровно. Давай, быстро. Так, хорошо. Это, столик убери. Ты что, поел или не поел? Давай, убирай столик. Так, вы с вами все нормально, читайте книжку. Хотя, я не знаю, вот такими глазами вам бы обезболивающего, что ли, выпить. Так, а вы, пожалуйста, сядьте нормально. Че, как это, расселся? Так, и вот здесь что? Убери столик. Столик убери. И застегнись. Че, как не родной, давай. Все, отлично. Итак, мы готовы к посадке, ребята. Погодите, сейчас этот сядем. Все. Итак, ребята, мы готовы к посадке, приземляемся. Офигеть. Слушайте, игра четкая. Так, приземляемся. Что-то очень сильно трясется. Я не понял. Все нормально? Фух. Ребята, все нормально. Мы приземлились. Мы приземлились, мы едем. А, мы уже это... добрый день, господа. Добрый день, пассажиры. Я рад приветствовать вас на нашем борту. Точнее, не приветствовать. Мы уже приехали, поэтому... забыл сказать. Итак, ребята, мы прилетели. Мои хорошие, мы прилетели. Это значит, что скоро дверь откроется, и вы все отсюда уйдете. Все, спасибо, до свидания. Так, открываем дверь. Отлично. Все, до свидания. Спасибо, что прилетели. Спасибо, что пользовались нашими авиалиниями. Ждем вас снова. До свидания, до свидания, до свидания. Так, все нормально. До свидания. Блин, а можно как-то к этому пойти, к пилоту? До свидания. Мне хочется теперь так с подписчиками полетать. Пишите в комментариях, ребята, хотите ли вы тоже со мной полетать. И я обязательно, если хотите, ставьте лайк. Я, если будет много лайков, я вас наберу, и мы вместе с вами полетаем вот на Vlad Bryce Airlines.